Ну, во всяком случае, хорошо, гармонично стоят фигуры. Мы сейчас, дорогие друзья, прервемся на короткую пресс-конференцию, послушаем. Normal for a Berlin defense. I mean, White doesn't have anything special, and I think in general, if you're optimistic with White, you can claim that you have some initiative. And I think also, if you're optimistic with Black, you know, you will claim that you are the one with the initiative, because both sides obviously have their trumps. But well, I thought I was a little better, but I didn't see anything clear, and at some point I even wondered whether I could be worse. Okay. Ну, как всегда в этом варианте, обе стороны могут при должном уровне оптимизма считать, что у них инициатива. Мне казалось, что у меня инициатива была, но в какой-то момент мне показалось, что даже, может быть, могу стать похуже. Поэтому, в принципе, нормальное развитие партии. Левон, ваше мнение о партии? Ну, в принципе, мне казалось, партия очень интересной. А тут в один момент мне, честно говоря, так очень хотелось так пойти. Но учитывая, что в предыдущих турах в осложнениях я большого успеха не сыскал, я решил держаться академически. Ну, позиция очень интересная. То есть получается так, так. Я не был уверен насчет ее оценки. Возможно, у черных не так хорошо из-за того, что ладья на H6. Но если бы не это, конечно же, черные стоят отлично. I wanted to play enterprisingly like this, but considering the results of the past few games, I decided not to play more academically, in classical style. Да, ну, а дальше, да, мне казалось, тут я очень оптимистичный был, думал, что уже пора играть на победу, B5 ход такой агрессивный, можно сказать. Yeah, I felt aggressive and thought maybe my position is fine, so I should play something. Ну, потому что если белый не ходит, опять то там B4, A5, там уже прийти. White doesn't play C5, then B4, A5, and some initiative on the queen side. Да, этот ход, конечно же, правильный абсолютно. C5 is the right move. Ну, тут мне почему-то казалось, что у меня поприятнее, но как-то прямого объяснения, почему мне так кажется, я не мог найти. То есть, и тут ладья E3, конечно, мне все хотелось пойти ладья A2, но тут я не знаю, что тут творится. Мне показалось, что, возможно, белый как-то тут успеет E6 пойти. Сюда. Yeah, I was thinking that you would play E6 at some moment, and that, like, somewhere here. And, you know, like, activate your pieces. I didn't understand why should I be better here. Yeah, no, I mean, there's no reason why should I. Да. Ну, потом я решил, конечно, пойти. Тут, конечно, нормальный ход абсолютно, ладья D5. Normal move would be rook D5, just to... Но мне показалось, что надо не заигрываться, надо жестко сделать ничью. И... But I want to make a firm draw. Ну, тут... Я почему-то посчитал, что ничья абсолютно битая, но потом во время партии начал сам для себя находить проблемы. Initially I thought it was a dead draw, but then started fearing ghosts. Но потом я понял, что единственная надежда белых — это как-то вот суметь ладью поставить на c8 при короле на d7. Но это все-таки слишком фантастично. Да, слишком фантастично. Так что... Ну, проиграть можно, если только очень, очень постараться, да. Поэтому ничья, конечно же, бита. And, well, it could be mentioned that here, okay, king c8 is a very simple move, but it's probably the only one that makes a draw. Можно сказать, что в этой позиции король c8 простой ход, но, видимо, единственный, который делает ничью. Why do you think so? Why not knight a2? Почему не конь a2? Knight a2? A2, yeah. Ah, a2. Wow.
Or even actually knight e2 is also a draw. Are you sure? Yeah. Because knight can come back to. Ah, no, 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 I'm sorry. Rook d2. Knight c3. Yeah. Knight c3. Ah, yes, yes, yes. You're right. Knight a2, knight a2. Because obviously knight d5. Yes, yes, yes. Attacks. And yeah, but knight a2. Well, I wasn't too. Конь a2 тоже делал ничего, но другие ходы уже проигрывают. Yeah, knight a2. Yeah, I didn't want to see. I mean, не хотелось это проверить. Yeah, well, could only be mentioned that if white gets this rook here, with black to move. Yeah, with black to move. It's winning. Yeah. Only with black to move. Yes. Только с ходом черным. For example, just the position. For example, if I do. Рука h7, king b8, h7, король b8, рука h8, and somehow. After knight f6, I'm not sure I can draw. Okay, whatever. The point is, it's still a draw. Да, белые не могут прорваться, просто это крепость. Thank you. Завтра у вас свободный день. Есть ли какие-то особенные планы? Do you have some special plans for your rest day tomorrow? Tomorrow. To rest, maybe? I don't know. Отдохнуть, может? А вы, Леон? Ну, у меня тоже таких больших планов нету. Надо постараться подготовиться к последним трем и может быть, как-то исправить начатое. No big plans, just to maybe prepare for the games and correct what I started. Спасибо. Есть ли какие-то вопросы у представителей СМИ? Пожалуйста. Барбус, может быть, вы поторопились с ходом g3? Сначала, может быть, аккуратнее. f3, потом g3. Maybe you rushed a little bit with the move g3, maybe f3 first and then g3, like a slower approach. This position. I don't know, maybe, but I thought in general that if I play g3, then, well, g4 will give black some squares, but also some weaknesses, but I don't know, maybe f3. Может быть f3. Я думал, что после g3, g4 черные, да, конечно, некоторые поля получат, но и определенные слабости создадут. I have to admit that I didn't particularly consider that, but maybe black is in time to do something like king f8, king f7, and rook h8. That was my plan, but it wouldn't work in case of g3. In case of g3, you're not in time, of course. После f3, может быть, король f8, so, g7 уже. Let's say f3, then king f8, g3, king g7, and if f4, then I suppose takes king g6. Takes, yeah. And if, okay, if I take with the knight. Well, then. Then you can do anything. Yeah. Да, то есть король переходит на g7, и там безопаснее, конечно, позиция. Ну, другая игра, да. Спасибо. Да, конечно, пожалуйста. Вот буквально вчера стало известно о том, что королевский турнир, который был заявлен, в котором Магнус был заявлен, не состоится. Во всяком случае, в этих словах. Это вопрос, кто он сам об этом узнал, и что он может сказать для этого? The press learned yesterday that the King's tournament that was planned will, at least in those dates that were announced, will not occur. Did you find out about it yesterday or earlier? I found out about it a few days ago. So, I mean, I'm obviously not very happy not being able to play that tournament, but. You know, it's an unfortunate situation for them, and there's nothing to do about it. Я узнал несколько дней назад. Конечно, я не рад тому, что не получится сыграть в этом турнире, но
Это тяжелая ситуация для них, и ну, что можно сделать? Еще вопросы?